Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Днем рождения поздравит и, наверное, оставит на подарок 500 эскимо. Бабушка, тебе 500 поздравляю. Ой, как бабушка. На дорогу мягонькая. На виду мягонькая. К сожалению, день рождения. Поехали Камчатка налетала. Гаду. А что давай, ты с чашкой-то? К сожалению, день рождения. Ива Ивановна, что уже все? Только раз. Чай пью. Я такая скромная, только чай пью. Ага. Хорошая женщина. Вот понюхи только чай. Настюш, когда наша бабусечка, ей сегодня день рождения, ой, ей 17 лет. 12. Через 3 года будет 27, 27, остальные на ум. Нет, мы договорились, что 17. Остальные на ум пошли. Нет, 17, остальные на ум, а через 3 года будет юбилей. Нет, 0 у нас будет. 20 он будет. Через 3 года 0 будет у ней там, 0. 0? 0 будет у ней через 3 года. Но большое будет ноль-то между прочим. Я тоже так думаю. Большой ноль. Ефимовна. Ох, Ефимовна, уж тогда. Мы вот такой нарисуем. Юра. Юра, идите сюда. Ой, тогда, Ефимовна, мы тебе такой ноль тут устроим. Дожить бы. До свадьбы, жених. Не слышишь, мать? Ну, Наташа, Настя, посуду кто из вас, девчонки, Настя? Я. Настя, всех снимай. Я знаю, что она говорит, Настуся, а кто Настуся? По очереди. Это Марса Былька моя, это Настуся. Да ноля мы тебя заставим, а после ноля ты как хочешь. Да, да, у них, конечно, платье от Кардена. Так, я уже выбрал. Дом Клайн. Давай, куда? Дом Клайн, да. Дом Клайн. Ну, вообще, конечно, девчонки, вообще, молодцы, девчонки. Молодцы. Красивый. Вы не смущайтесь, вы красавицы. Мы-то уже старухи выспали. Особенно ты у нас старуха. Да, я старуха. Ты самая молодая, Валь, что смеется-то? 40 лет молодая? Да. Это еще молодая. Правда, спасибо. Тебе 40 лет. У меня сын, девочка, у меня сын 42 сделал бабушкой. Бабушкой. Ну, это нормально. Это для меня было до того трансом, я думала, я не переживу. А потом, когда я эту малявку взяла с больницы в руки, и я думала, что я самый счастливый человек на свете. И этой малявке уже 14 лет 15. Вот так. И я такая счастливая, что мне это... И моя невестка это говорит всегда... Наколдовала себе девочку, наколдовала, и сына надо было. Все говорит, наколдовала себе девочку. Вот и нянчусь с ней. Наташа, и нянчусь я до сих пор. Наташа, ну и что, сейчас, ты же довольна. Сейчас придет. Я не просто счастлива. Довольна, я просто счастлива. Ну, того, давай, что она у меня есть. Давай, я уже. Чуть долго держится. Согрели ее. Холодная, да. И придет, и губочки всегда с ним вытянет ну, бабушку. Ну ладно, бабушка, пойдет. Загораживай. Наташа, вот сюда сядь. Ивановна, вся лучезарная. Не, я единственное, что хочу сказать. Своей калифанке пришла. Лучезарная женщина. Вообще-то, я единственное, что хочу сказать. И вообще я в этой жизни очень довольна осталась своими последними годами, что мы с Лидией Ефимовной нашли дружбу. Это вообще, женщины очень тяжело найти в наше время. Мы обе, я не знаю, как она, но мне кажется, что мы от нашей дружбы мы очень довольны. А что, ну, Соня, а почему вот сама Света, что Света часто приходила сейчас? Сонина ударилась в религию. Она ушла в йогу, и у них там, знаешь, у них другие критерии по жизни. А у нас с Лидией Ефимовной, у нас вот как-то мы, по-моему, один Бог, и, по-моему, у нас одни какие-то с тобой проблемы. Настя, давай чаю попьем. Сначала.
Ну, они сейчас поснимут маленько. У нас нет с ней все проблем. Пока трезвые. Это она другой сказала, все. Это закон у нас. Валя, это очень хорошо. Когда я вот и говорю, Лидия Ефимовна, да. Ты говоришь, кофе пила, утром звонит. Не пила. Иди ко мне. Ага. Позвонили, созвонились. Позвонили. Вообще, я вот удивляюсь. Вот человек, я, может быть, неправильно скажу, но во всяком случае, вот возраст, вообще, не видела, как девушка, по ней не видела. Она мне говорит, я говорю, Ефимовна, ну не видела. Это нашей бабушке ровесница, Настуся, это нашей бабушке ровесница. Марин, нашей бабушке ровесница, представляешь? Химку надо сделать, говорит, когда будем делать химки. О, химку-то самое главное. Химки, прически, все. Все у нас все. У меня хорошо. Купировали польским нормально, он хороший. Ой, как бы... Я купила еще. Раскрутила. Я тоже взяла, но я же тогда сожгла. Но там что-то по всем инструкции раскрутила, говорю. Сиди еще. Обращайся к ним, они уже профессионалы. Да, мы профессионалы. Лидия Ефимовна, можно я тут скажу? Я сделала 4 химки. Наташа, про химию потом. На себе пошла делать парикмахерскую. И потом поехала на почту. Все. И сожгла. И сожгла. Вот, значит, надо было с ними делать. Можно я тут скажу? Давай. Я хочу выпить за хозяйку этого. Хочешь? Это моя, я не отдам. Наташе чуть-чуть подлей. Тост был сказан, все. Давайте я скажу. Я хочу выпить за хозяйку этого дома. Теплого. Когда приходишь в этот дом, можно отдыхать спокойно. Тебя здесь всегда встретят. Приветят. Я с тобой согласна. Добрым словом тебе. Короче говоря, дети здесь находят уют, приют, тепло и деньги, понимание и отношения. То есть за то, что вот она их, как говорится, объединяет. Да. Действительно, да. Она, Юра, точно. Действительно, она вас всех. Вы все разные, совершенно разные. Я ей всегда говорю, Лида, они у тебя все разные. Но она вас старается сплотить. И вы всегда друг другу стараетесь помогать, вот что мне нравится, потому что это, знаешь, это заслуга только ее. То, что она вот такая мать, внимательная, вы все разные, но нужно каждому подход свой. Все вокруг нее. Да, и вы все равно тянетесь сюда. Вася сюда, ты сюда, Таня звонит и так далее, все сюда, то есть даже невзирая... Внутка, дочка. Да. Это тачак. Да, даже внучка эта, Анюша, она никогда в жизни ее не забывает. Она ее не забывает никогда, потому что она видит здесь тепло, она видит здесь участие, она видит здесь доброту, она видит здесь все, понимаешь? Поэтому она здесь. Поэтому она здесь. Другой бы ребенок. И если... поэтому мы все сюда идем. Поэтому мы все здесь. И мы идем. И дай Бог, чтобы в твоем доме двери никогда не закрылись. Небольшой у тебя сегодня коллектив, но дружный. Да. Чтобы друзья платила. Лида, чтобы были дети здесь, внуки и правнуки, дай Бог. Не могу дождаться. Правнуков, дождись правнуков. Только Анютка должна была принести. Теперь Арсена. Она принесет. Вообще, конечно, очень хороший тост был сказан. Да, очень хороший, да, замечательный. Это прекрасно. Ты понимаешь, вот прекрасно, когда к тебе люди тянутся. А мне можно так же? Бабушка, пожеловать бабушку или кого-то? За тост. Давай. А я думала, он бабушка. Можно. Бабушка, ну ты уже еще. Ну, Юра, ну ты вот у тебя просто... А ты вообще редко так и бываешь, так вообще... И надо засосать. Конечно. Хулиганский характер. Вот даже не где-то, да? Выпивай, может. Я бываю здесь редко, Юра. Вот очень. Но я всегда ей звоню. А чаще. И всегда интересуюсь, какие у нее дела, потому что мы с ней связаны, извини меня, подвинься, 25-летней дружбой. Я немного... Сколько Васи? Наших детей? Васи сколько? Да, 26 уже. 26. 27. Вот, будет. Мы с тобой первый 28. Раз встретились у Галки. 28. Мы у Галки встретились, когда Ваське было тебе год или полтора. А у нее это... Что-то вы задумали, а? А что у меня было? Чего? Да, мы у Галки встретились, когда Васе было год или полтора. Мы Новый год отмечали, у нас дети были маленькие. Я не помню. Женился уже. В 69-м году я ушел в армию. Тайга ходил. Юра, тайга нет, ходил. Не была. В 70-м году. Если в 68-м году, 4 года. Да, 28 лет мы уже я знаем. Я был в армии.
друга. Вы сидят наши. А вот моя тоже, она ж таких девки твои. Я вышла. Тоже это наши сидят и все. А я в каком классе? В девятом. Ну, она вообще должна в десятом быть. Ну, на год постарше. Два месяца возраста. Ну, да, в этом возрасте, конечно, уже. Я говорю, высидит кого-то там, припрет. Не важно. Девки, никого не припирайте. Знаешь, будет ум, будет башка на голове. Выберут. На голове? Башка на голове. Марина, я правильно себя дала? Есть у тебя башка на голове? Все нормально будет. Ради бога. Посмотри, на сто чего говорите, какие сели истории. Сели бы, попили чай, потом бы уже... Настя, Настя, пока не снимай, садитесь чаю с тортом попейте, а то он не достанет. Давай одно и то же, кого-то мы сидим тут балякаем. Не балякаем, Батя. Хорошо, мы балякаем. На, смотри, садитесь на стол, поешьте торта, а то вам не достанет. Подставила. Фимовна, ну ладно, моя. Давай, за тебя. Тебя. Дай Бог тебе все. Я только здоровья тебе желаю. Вот будет у тебя здоровье. А больше еще не надо. Да, Лида, будет у тебя здоровье. Здоровье все ты купишь себе. Все сама купишь. Здоровье. Но бодрости духа я очень желаю. А будет она здорова, значит, она будет активна. Оптимизма ей не занимать, сама. Понимаешь? Все. Наташа, ладно. У нее такой характер, что ей только бодрости духа надо. И здоровье. Бодрость у нее я есть. Я ей говорю, здоровье пожелали 300 раз. Она всегда у нас в таком, тем более, возрасте. Оно, я нитка. Просто народу мало. Я не указываю на возраст, но бодрости духа желаю. Ну, спасибо. Да нам бы, дай Бог такого, чтобы вот в этом... Ой, да, я тоже всегда думаю, это очень тяжело. Редко бывает. Пьем. Ну, все. Не вижу. Бабушка не ругается, все. Настой, садитесь, чай попейте. Ничего, в конце концов. Вам налили. И тем более, у него, представляешь, что? У него 3 восьмерки в его графике. Поздравьте, Лидия Фимовна. 18-го, 88-го года. Это, в общем, вот эти 3 восьмерки или больших математических он должен быть способностей. Логический склад ума. Или очень такой... Нет, вообще, типа предсказателя, предвидения, вот этим всем он должен обладать. Далее. А, ну я же вообще далеко от тебя. Молодцы, спасибо вам. Мариночка. Вообще, конечно, молодость, и мы рядом с ними вообще будем молодыми себя. Конечно. Да. А что, Маришка, да ну нафиг, не обращай внимания. Конечно, как будто нет ее. Пока молодые, снимайтесь и все прочее, а старые будете, вам ничего не надо будет. Ой, какие глаза. Мать, ну прекрати снимать. Я все знаю. Ей нравится, это первый и раз, что ли? Садись лучше, это очень смущает маму тебя, да? Да. Раиса, ну прекрати снимать. Она уже отключилась. Вообще, конечно, я бы еще хотела выйти фильм. Да, ну только. Об что речь? Правда, что в чем дело? Так, Наташенька, давай моя. А у Наташи, у меня мы налито все. Не, вообще мне не нравится вот это тебе все налито. Ну, понимаешь, Валя, я пью столько, сколько могу. Меня не волнует, не волнует. А я могу даже вообще не пить. Мы тебя до такси дотащим, если ты что, нет. Наташ, это исключено. Раз в жизни может быть? Валечка, я знаю, что мне будет неприятно. Ну пусть он там на кухне стоят, и сидят живы. Один раз приезжает, это как-то не будет. Нет. Ты знаешь, ну а зачем я буду портить себе праздник? А, ну все, ладно, я даже не хочу. Вашку только выпили. Ты что? Ты шурно делаешь? Ну ничего, просят, говорят. Кого просят? Кто просит? Раиса, напилась я пьяна, не дойду я до дома. Вообще-то еще не напилась я пьяна, Раиса. А никто тебя не поил просто. Надо было раньше приходить, тогда бы было все. Да было недоразумения немножко были. Недоразумения. Так, по башке сними моего мужчину. Не отснятого. Башка на голове. Да. 60-го размера на голове. Да. Выключай, садись. Камеру, Шарман Шоу. Шарман Шоу. И показывает, понимаешь, да, чтоб ни лишнего не болтали. Да вообще, что это? А вот на тебя она снимает, камера идет. А что, горячо, что в ней идите? Раиса, иди, моя бренькая, выпьем. Там нам налили немножко. Не стесняйтесь.
Видите, как дома. Да. Девчата, вас. Конфеты английские. Вот, пожалуйста. Нет, это польские. Польские. Английские вот здесь. Ефимовна, мы не обращаем на них внимания. Да, да. Вот, Танюшка послала или бабушка привезла? Бабушка привезла. Давай мы их туда выложим. Да, конечно. Девчата, ешьте такие классные конфеты вообще. Вы таких еще не ели. Ну, что бы они не ели? Не ели еще таких. Они дорогие у нас. Это польские, это польские. О, хорошо, Азат. Это китайские. А это Татьяна, не дойду я до дому, да? Не дойду я до дому. Раиса, давай лучше песню споем. Стелили Лидия Ефимовна мне постель на этот диван. Да, конечно, что идти куда-то в какой-то подъезд. Зачем диван-то? Палас-то, на линолеум красивее нас. Не-не, только на диван. Чтоб спинку грел диван. Диван хороший вот этот, мягкий. А ей больше нравится мой. Придет и ножки сложит, и он такой мягонький, Рая, широкий, меня. Говорит. Он тебя. Рая, сними его. А то далеко, далеко. 5% сними. Все время говорит, а так это мне нравится, это работает. Правда? Наталья. Поняла юмор. Сергей говорит, ой, какая мебель. Я говорю, да она уже старая, как и я. А вы что старые? Да вы самые молодые женщины. Старые после 70. Две молодые самые, да, после 70. Мы так любим друг друга. А вы знаете, как она меня, я ей в средний возраст. Да и она меня любит. Конечно, и ты, Слава, конечно. Я это чувствую. Конечно. Мне объясняться не надо. Да, правильно, я тоже так думаю. Она всегда вспоминает всю дорогу. Это хорошо, что да, такая, да, ну, в таком возрасте, ой, я не говорю про вот. Ну, вообще, конечно, это дружба хорошая. Конечно. У нас, да. Ефимовна, скажи, моя. Бескорыстная. Вот именно, самое главное, у нас, бескорыстная. У нас дружба, вот, правильно. Я люблю она сказала, что бескорыстная. Мы... А сейчас это очень моя. Тяжело найти вот, бескорыстных людей, очень тяжело. Так что, потому как мы оба скорпионы, как моя сестра говорит. Скорпионы тяжелые люди. Ну мы сошлись. А мы сошлись скорпиона. Два скорпиона. И она сказала, говорит, вы долго будете дружить. Молодцы. Но, говорит, у скорпионов, они, говорят, сами себя, говорят, потом могут убить. Задавить сами себя скорпионы. Я хотел сказать, задавить, что кусаются, да? Они очень сильно. Да. Кусаются, да. Но, говорит, это очень редко. Чтоб два скорпиона сошлись, так дружили. Она очень даже довольная нашей дружбой, очень даже. Она даже сюда звонит. Меня там дома нет, она сюда звонит. Она меня вчера вечером обидела, всю ночь не спала, и утром я пришла к ней, она звонит, я говорю, это меня. Звонок, я говорю, это меня, беру трубку, точно моя сестра, говорит, ты меня извини. Ну, она, конечно, меня сильно вчера обидела. С кем не было? Ивановна, ну с кем не было? Дело в том, девки. Нет, Юрочки, уже хватит. Что она, наверное, мне сказала, что я убийца, но я действительно убийца. Чаю ему попить. Тебе чаю можно. Чаю только. Чаю, давай. Ну я что, стул теряю, что ли? Ну, ну, я не могла, я ей лить. Юра, 5 грамм, Юр. Ну, а у него 5 грамм есть, на. Раиса, садись, иди моя. Вот тебе же рюмочка есть. А, да. Сурдоперевод. Рая. Рая. Сядь. Уважаемый человек. Нету. 5% ходишь. Юра, она 5% ходит. Что ты умеешь так любить? Спасибо вот сердце, что ты умеешь так любить. За, да, то, чтобы, можно, за то, чтобы любовь нечаянно нагряла. Вообще. Нагряла. Нагряла. Нагрела. Нагрела. Что-то так загорела вообще. Да я всегда такая темная, какая загоревшая. Да она же мулатка, шоколадка. Вот и у меня внучка такая же. Мыли-мыли ее в детстве, все равно не отмыли. Не отмыли. Не хватило, наверное. Вот она такая татарка и есть. Татаром лишь бы даром.
Обновила. А с кофейником это хорошо. Ну, она полурусская, полутатарская. Теперь это уже на русская. Упрощенному. На халяву лучше сладко. Упрощенному. Голову ел, а шоколадка. Теперь только мой сын спокойно живет. Шоколадка. Катя, что сказать? С луна все подружки по парам. Не перекрикивайте. В тишине разбрелись. Только я в этот вечер засиделась одна, все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна. Вспомни мой ненаглядный, как тебя я любила. Мне казалось, что счастье это ты, дорогой. Неужели моим сердцем огонёчек потух? Свой голос. Неужели тропинку?